Здравствуйте, земляне. Я Александр Дог. Вот я уже не говорю о профессии, а я хочу пожаловаться вам, мои уважаемые подписчики. Как вот так бывает? Читали на рассказку про лису, как она: «Пусти сначала мой хвостик, потом меня, все». В общем, суть в чем? Сейчас начну показывать, рассказывать. В общем, с поселением в нашем доме Миры у меня отобрали сначала вот этот ящичек. Вот, в нем были мои носочки, лежали. Вот, теперь здесь спит Мира. Ей очень нравится этот домик. Отобрали у меня, короче, мою комнату. Это вот мой кабинет. Я здесь думаю всегда, утренние думки. Теперь здесь живет Мира. Дальше идем, дальше больше. Вот кухня. Вот здесь я кушаю. Вот мы только поужинали. Я подпил компотик. Вот этот коврик, на котором стоят мои ноги, вот эти вот. Теперь здесь на них лежит Мира. Как ты говоришь, там здесь бывает? Ну, женщина, пусти меня, потом и цветочки. Расскажи. Не помню. Забыла. Ну, в общем, а я помню, как женщина приходит к мужику. Да вот я цветочки свои поставлю. А потом мужик приходит, а уже цветочки везде стоят, а его железки уже в гараже. Вот, и все мужское туда, короче. А в доме уже за место железок одни цветочки стоят. Ну, как-то так примерно. И вот, вот это вот создание прелестное лежит на моем коврике, а я всегда, когда сижу, то у меня ноги здесь стоят, а теперь куда? На нее ж не поставишь? Нет. И происходит потихонечку так завоевание пространства жизненного. Ну, короче, бабы все они такие. А это типичная женщина. Гляньте, какая. Лапки розовенькие. Спит. И совесть ее не мучает, что Александр Дог теперь должен ноги ставить на голый ламинат, а не на коврик. Теперь мы вот туточки спим. Вот такие дела, земляне. В общем, отобрали у мужиков все. Теперь и Марсик, вот он, стоит тут. Марсюнчик, ну иди, и тебя выгнали из дома. И все. Ты не трогай, это Мирина кушает. Можно ему кушать? Блин. Ну, теперь она. Какая? Подкушать за ней. Будешь подкушивать? Ну, чтобы не пропала, правильно. Так-то да. А ты проснулась сразу, да, деловая? Мира, присяду со мной. В общем, я теперь сижу, что-то кушаю за столом, то Марсик мне в рот заглядывал. Теперь Марсик слева был, а Жорик был справа. Жорика забрали. Ну, святое место пустым не бывает. У нас теперь есть Мирочка, которая еще пока не умеет в рот заглядывать. Но Марсик ее быстренько научит. Сейчас вот он подкушает. Наверное, что-то там крошечка какая-то заварилась. Сейчас он подкушает. И придет, будет смотреть мне в рот. Учить Миру. Сейчас он занятый. А это вот будущий проситель тоже. Вы же знаете, что у бульдогов взгляд такой, что не откажешь никогда им. Марсенчик, так что ты, не будешь смотреть мне? Марсик. Нет, Марсик побежал за кастрюлей. И это побежало, почесало. Все, такие вот дела.